В эфире новости о самом важном в политике, в социальной сфере, культуре и спорте расскажем прямо сейчас. Меня зовут Алексей Дудин. В этом выпуске вы увидите. Не могут попасть в программу «Комфортная городская среда». Жители улицы Балакирева 5 лет не могут добиться ремонта придомовой территории. Состояние вообще ужасное. Ну, ездить невозможно, зимой тем более. Ну, просто отвратительно. И все в ямах, не ремонтируется уже который год. Это все очень-очень печально. В автомат с питьевой водой попала солярка. За какую воду платят деньги владимирцы и кто проверяет ее качество? Вот данная бутылка, которую мы взяли у нашего клиента, если ее открывать, действительно запах, ну, не солярки, а бензином. Прыгают с парашютом и без него. Как проходит учение владимирских спасателей? Давай! В Владимире вновь горят автомобили. Так, 20 февраля в 6 часов вечера на проспекте Ленина сгорела иномарка «Мерседес». О возгорании автомобиля в МЧС сообщили в 18:35. На место незамедлительно выехали пожарные. Стоит отметить, что на момент пожара хозяина автомобиля рядом не было. Очевидцы предполагают, что в это время он смотрел кино. Ведь автомобиль стоял на парковке около одного из кинотеатров. Как сообщают в МЧС, у автомобиля загорелся моторный отсек. Пожарный огонь потушили, другие машины не пострадали. Выйдя из кинотеатра, мы изрядно понервничали, когда увидели, что горит машина на парковке. Люди стояли, снимали, не давая даже отъехать. Удивили, конечно, и родители, которые с мелкими стояли и смотрели. К ликвидации последствий пожара от МЧС привлекали 3 единицы техники и 7 человек. А в настоящее время дознаватели МЧС рассматривают предварительную основную версию причины пожара. Это аварийный режим работы электросети или электрооборудования моторного отсека. Ночью на Ставровской тоже было неспокойно. Возле дома номер 4А сгорело сразу 3 иномарки. Как утверждают очевидцы, началось все с BMW X6, а потом из-за ветра огонь перекинулся и на 2 других автомобиля. Очевидцы говорят, просто так машина не могла загореться. Наша машина стояла в 2 метрах от этих. По спине прошла холодная дрожь. Я до сих пор в шоке. Это очень страшно. Все произошло в 4 или 5 утра. Почему-то мне кажется, что это поджог. Год назад около нашего дома тоже машина сгорела. Слишком много совпадений. Горят там, где нет камер. Как сообщают в МЧС, сообщение о пожаре поступило к ним около 5 часов утра. На место незамедлительно выехали огнеборцы. Когда на место ЧП прибыли пожарные, огонь полностью объял 2 иномарки – Kia и Volkswagen. Автомобиль BMW X6 полностью не сгорел. Потушить пожар огнеборцы смогли буквально за 7 минут. Никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. От МЧС к тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 10 человек. Основная рассматриваемая причина пожара – поджог. Снова не попали. Вот уже 5 лет жители 47-го дома по улице Балакирева бьются за ремонт дворовой территории. С каждым годом на ней все меньше асфальта и все больше ям и колдобин. Вот это постоянные лужи, которые после дождя. Обещали, что в 2020 году сделают дорогу, по которой уже не стало возможным ходить. Но опять же за счет жителей. Этому видео уже несколько лет. В 2020 году ситуация стала еще хуже. Преодолеть вроде бы прямой путь по двору под силу далеко не каждому. Состояние вообще ужасное. Ну, ездить невозможно, зимой тем более. Ну, просто отвратительно. И все в ямах, не ремонтируется уже который год. Это все очень-очень печально. Дорога никакая, ни проехать, ни пройти. Лужи чуть не по колено. Идешь, господи, еще действительно ноги никак не поднимаются. Чтобы пройти эти лужи, не знаешь, куда залезть, в какую сторону. Чтобы капитально отремонтировать 600 квадратных метров дорожного пути, необходимо порядка 600 тысяч рублей. По закону о своей придомовой территории должны заботиться сами жители. И вкладываться в благоустройство тоже должны они. Сумму в 600 тысяч собственники, многие из которых пенсионеры, не потянут. Казалось бы, в 2017 году на помощь пришла программа по благоустройству «Комфортная городская среда». Согласно ей, софинансирование жителей составляет всего 3%. Остальные 97% – деньги бюджетные. Вот только уже который год люди с Балакирева 47 не могут в эту программу попасть. Официальные письма у нас есть у старших по дому, они все в наличии, все документы, фотографии дороги, видео, все есть. Несколько раз обращались, приезжали.
приезжали. Однажды кто-то приехал, что-то тут померили, все. Мы думали, о, дорогу будут делать. Нет, все. В 17-м году, говорим, как, что? Не прошли, не вошли, не вошли, ну не вошли. В 19-м году стали заниматься. А то же самое, пришло письмо. Нет, ребята, делайте за свой счет. Они говорят, таких дворов у нас очень много. Мы должны вообще быть первые. Мужик, вы представьте, 5-й год боремся, асфальта нет, фотографии есть. Чего еще надо? Я вообще не понимаю. Почему люди должны вот так нервы мотать свои? Вот и в 2020 году двор на Балакирева 47 снова не попал в программу благоустройства. Хотя граждане не просят ничего, кроме как сделать дорогу. Список тех дворов, которым улыбнулась удача, представлен на сайте мэрии. В этом году ремонтов пройдет на общую сумму в 37 миллионов рублей. Ну а жители пятиэтажки на Балакирева вновь останутся у разбитой дороги. Критерии отбора в программу благоустройства известные, говорят общественные контролеры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, смотрится, как давно делался ремонт, какой и делался ли. Далее, должно быть более 50% разрушения асфальтового покрытия. В плюс сыграет, если рядом с проблемной территорией находятся больницы, школы, детские кружки и секции. Большую роль играет и трафик движения по проблемной дороге. К слову, общественникам уже поступила не одна жалоба на результаты конкурсного отбора дворов на ремонт за госсчет. По этим жалобам они намерены разбираться. Самое главное, что не устраивает общественных контролеров, это закрытость той самой комиссии, которая принимает важные для жителей решения. Как это принимается решение? На мой взгляд, вообще-то непрозрачная абсолютно процедура. И мы поставили этот вопрос перед администрацией области, что вообще нужно проверить вообще по всем муниципальным образованиям, по каким критериям они выбирают эти придомовые территории. А мы, наверное, попробуем сейчас инициировать процедуру административного судебного иска о признании недействующим решения этой муниципальной комиссии. По всем дворам? По всем дворам. Если промониторить результаты конкурсного отбора, начиная с 2017 года, и посмотреть на фамилии депутатов и названия управляющих компаний, чьи дворы побеждали, можно сделать определенные выводы, говорят общественники. Но насколько предположения недовольных жителей и тех, кто за них вступается, будут обоснованы? Эти вопросы, по всей вероятности, будут решаться уже в судебном порядке. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал. Сообщение о том, что в одном из уличных автоматов льется артезианская водичка с соляркой, появилось в социальных сетях. Эта новость взбудоражила горожан, ведь многие покупают воду именно там, а таких аппаратов в городе около сотни. Недовольный житель пожаловался, что в автомате, который стоит на улице 850-летия, вода пенилась и неприятно благоухала. Он предположил, что в резервуар с водой попала солярка. Мы решили доехать и посмотреть, так ли это. Сейчас мы сами проверим, пенится ли вода и есть ли какой-то посторонний запах. Никакого постороннего запаха нет, и вода не пенится. Все нормально. Люди подходят и наливают. Местные бабушки тоже не в курсе беды, якобы нарисовавшиеся возле их дома. Про солярку в автомате ничего не слышали. Воду они покупают, как и раньше. Правда, берут понемножку, литр-два, потому что 5 рублей за литр для пенсионеров дорого. А берут я, наверное, недели полторы. Денежек не жалко? Жалко. Но все равно покупаете? Ну, я покупаю, потому что я, например, знаю, что я выпью не очень много. На чай я себе вскипячу. У меня есть этот кувшин, вот этот, из кувшина, а на суп я беру хорошую водичку, чтобы он был вкусный. В региональном Роспотребнадзоре нам сказали, что на качество воды в автоматах им никто не жаловался. Не было ни одного обращения за последние 2 года. А нет жалоб, нет проверок, даже плановых. Данный вид деятельности у нас не подлежит лицензированию, к сожалению. Поэтому они должны сами производственный контроль, сдавать воду на качество. То есть вся ответственность лежит на нем. Съемочная группа рискнула не просто налить водичку из того самого аппарата, но и угостить коллектив. Решили вскипятить эту воду и попить чай. В эксперименте участвуют только девочки. Мальчиков мы наших побережем, потому что у них все-таки 23 февраля впереди. Посмотрим, что с нами будет завтра.
завтра. Мы пришли на работу. И после вчерашнего чаепития чувствуем себя превосходно. Представители компании, чей аппарат стоит на улице 850-летия, заявили, что иначе и быть не могло. В качестве своей артезианской воды они уверены на все 100. После звонка недовольного жителя на горячую линию группа специалистов сразу выехала на место. И никакого резкого запаха в автомате по розливу обнаружено не было. Скорее всего, мужчина пошел за водичкой с бутылем, в которой раньше хранился бензин. При встрече с клиентом, тот, который нам жаловался, мы забрали у него ту бутылку, которую он налил в воду. Вот данная бутылка, которую мы взяли у нашего клиента, если ее открывать, действительно запах, ну не солярки, а бензином. Такого в наших автоматах категорически исключено. А доступ к автомату имеют только водители и техники. Внешнего никакого воздействия к автоматам нету и никогда не может быть. И все-таки пробы воды из того самого автомата в лабораторию сдали. Компания хочет доказать своим потребителям, что ее продукт безопасен. Результаты будут готовы уже на следующей неделе. А недовольный клиент уже сегодня получит 2 бутыли с чистой артезианской водой. Потребителю ее доставят прямо на дом. Возможно, свою проверку проведут и надзорное ведомство. Было бы неплохо, если бы во Владимире исследовали воду во всех уличных автоматах. Ведь мы не знаем, что покупаем и пьем за свои деньги. А кто может гарантировать добросовестность предпринимателей? Никто, кроме них самих. А в это не очень-то верится. Елена Масленникова, Дмитрий Журавлев, 6-й канал. Десантировались с парашютом и без. Только за один день спасатели провели почти 170 парашютных прыжков и 21 десантирование с использованием спусковых устройств. С середины месяца на аэропорте в Добрынском проходят тренировки спасательных подразделений МЧС России. Всего в учебных прыжках задействовано 86 человек. С нашими спасателями тренируются коллеги из столицы, а также из Тульского и Волжского спасательных центров. Нас обучают, чтобы, например, во время проведения аварийно-спасательной работы, чтобы мы могли вместе с грузом попасть в труднодоступный район. Для этого нас и обучают. Прыжки выполняются на специальных парашютных системах типа «Крыло». Прыгают с высоты более километра. Перед этим спасатели обучаются 2 недели и сдают экзамены. Перед прыжком проверяется экипировка. Делает это лично начальник воздушно-десантной службы. У полковника Кузаева за спиной больше 2000 прыжков. Сегодня его подчиненные отработали также прыжки с флагами и различными грузами. Бросаем груз, тоже тренируемся. Мы и летчики тренируются. Груз СПГ-68, он 120 кг весит. Тоже для различных видов грузов. Там. То есть это специальный инструмент, или же это имущество какое-то необходимое для оказания помощи на чужой ситуации. Всего же за неделю тренировок спасатели выполнили почти 1500 прыжков с парашютом, больше 100 беспарашютных десантирований, 148 спусков с вышки и отработали действия по доставке 7 грузовых систем. Продолжаем выпуск и далее расскажем о других событиях, которые случились в нашем городе и области. Не пропустите. Мы говорим о том, что происходит рядом с нами. Прямо сейчас вы увидите. Частных гидов вернуть в музей, а закон о реставрационных работах изменить. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике поделились планами на будущее. Вот сейчас я подписала документы, мы заказываем проект. И я вам хочу сказать, что он будет стоить больше 10 миллионов. Предупреждают пожары с помощью профилактики. Сотрудники МЧС продолжают ходить по домам, чтобы научить владимирцев правилам безопасности. И правила все указаны по электрическим приборам, отопительным приборам. И вот внизу номера вызова пожарной охраны с мобильного инспектора. Школьники сразились с ветеранами в шахматы и шашки. Турнир поколений провели в одной из городских школ. Понимаете, вот это общение, вот семейное такое общение, это же объединяет. Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь готовится призвать частных гидов. Об этом на встрече с журналистами рассказала Светлана Мельникова. По ее словам, в прошлом году было подано 16 заявок на аккредитацию в музее. В итоге аттестацию прошли больше половины желающих легально проводить экскурсии на музейных объектах, рассказала гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Светлана Мельникова заявила, в ближайшее время количество частных гидов может увеличиться. В сегодняшний день у нас 10 человек официально получили статус
частного экскурсовода, имеют удостоверение, имеют абсолютно легальные права для того, чтобы работать на объектах Владимира Суздальского музея. Более того, по просьбе и по многочисленным обращениям накануне большого весенне-летнего сезона мы приняли решение провести повторную аттестацию. Среди обсуждаемых тем и реставрационные вопросы. Так, например, музей готовится заказать проект по спасению Золотых ворот. Об этом, кстати, гендиректор рассказывала еще в прошлом году. Тогда музейное руководство оценило стоимость проектных работ в 5 с лишним миллионов рублей. А на этой пресс-конференции Светлана Мельникова рассказала об увеличении необходимых затрат. Вот сейчас я подписала документы, мы заказываем проект. И я вам хочу сказать, что он будет стоить больше 10 миллионов. Этот проект потом должен пройти согласование. И только потом уже будем заявляться на деньги. Также гендиректор Владимира Суздальского музея-заповедника заявила о необходимости изменения закона о ремонтно-реставрационных работах. Сейчас подобные работы на памятниках необходимо сопровождать предварительной историко-культурной экспертизой. А это, по мнению Светланы Мельниковой, усложняет процесс проведения даже самого простого ремонта. Предложение о внесении изменений в закон руководство музея направило в Министерство культуры. С точки зрения закона, любое движение на памятнике должно сопровождаться историко-культурной экспертизой. Значит, мы должны каждый раз обращаться к лицензированному эксперту, чтобы он дал заключение. Вот теоретически это правильно. Памятники меняются. Но возьмите Дмитриевский собор. Вот надо поменять трубы на водосточные на Дмитриевском соборе. Они сгнили. Я убеждена, что это не реставрационная работа. Это ремонтная работа. Но по сегодняшнему законодательству мы все равно должны заказать историко-культурную экспертизу и пройти вот все эти стадии. При этом Светлана Мельникова дополнила, реставрация памятников должна быть закреплена за определенными реставрационными мастерскими. Именно так и было в советские годы. А сейчас реставраторы, реставрационные вот эти организации, они же бегают из региона в регион. Сейчас кто первый возьмет подряд, да? Поэтому вот это в лучшем смысле слова советская система государственной реставрации, это была хорошая система. Вот поэтому мы смогли тогда и центральную часть Владимира привести в порядок. Именно поэтому мы сегодня имеем наши памятники такими, какие они есть. Алексей Домнин, 6 канал. Проводят рейды, чтобы избежать пожаров. В Владимирской области сотрудники МЧС продолжают профилактическую операцию. Она называется «Защитим жилье от пожаров». В рамках операции каждый день во всех муниципальных образованиях региона проводят подворовые обходы домовладений и напоминают хозяевам домов правила безопасного обращения с огнем, электричеством и бытовыми приборами. Особое внимание частному сектору, ведь именно там чаще всего люди еще отапливают дома печами. Они редко сами пытаются устраивать электрооборудование. В очередной рейд сотрудники МЧС отправили по улице Добросельской города Владимира. Сегодня мы посетили улицу Добросельская. Здесь довольно-таки много частного сектора, который расположен близко друг к другу. И поэтому в случае возникновения пожара существует риск, что пострадает сразу несколько жилых строений. Как показала статистика, за первые месяцы 2020-го на территории области произошло почти 250 техногенных пожаров. 15 человек погибли. Основные причины пожаров зимой – нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми газовыми приборами, неисправность отопительных печей, а также неосторожное обращение с огнем. Об этом нельзя забывать, рассказывают владимирцам специалисты. Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации Фрунзенского района напомнили жителям основные требования пожарной безопасности и порядок действий в случае обнаружения возгорания в доме. Для закрепления результата в конце каждой беседы домовладельцам вручали и памятки, в которых правила прописаны. И правила все указаны по электрическим приборам, отопительным приборам и вот внизу номера вызова пожарной охраны, мобильного и скорой. Для тех жителей, кого не застали дома, памятки тоже оставили. Их опустили в почтовые ящики. Турнир «Поколение за шахматной доской» встретились школьники, ветераны Великой Отечественной и жители блокадного Ленинграда. Шахматно-шашечный турнир посвятили 75-летию Победы. Почетный гость турнира Михаил Петрович Волосняков, участник Парада Победы 1945 года. Ветеран рассказывает, как в июне 45-го оказался на Красной площади. Мы, значит, подъехали к мавзолею, равнение налево. На Сталина там, Сталин стоял, руку вот так вот держал. И потом проехали мы в столовой, сказали, выходите, мы вышли.
нам в столовую подошли, на столовую солдаты, нам по 100 грамм фронтовых дали. За шахматной доской Николай Федоров. Мужчина родился уже во время войны, спустя полгода после того, как на фронт ушел его отец. Папа Николая Ивановича с войны так и не вернулся. И хоть когда Николай узнал о победе, был еще очень маленьким, все равно помнит состояние всеобщего счастья. Люди ликовали, плакали. У всех домов, дома, вот у всех были потери, вот, очень большие потери. С фронта пришел мой дядя, вот, его в 39-м году призвали в армию, и он демобилизовался вот в конце 45-го года. Турнир «Победный февраль» провели в школе номер 25. Посоревноваться в шахматно-шашечном мастерстве собралось 20 участников, 10 школьников и 10 участников клуба «Ветеран». За доской совмещают приятное с полезным. Учат даже историю Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Мы еще сейчас говорили с ветераном, и мне еще рассказывали, то, что там была дорога жизни, по которой переправляли еду и последние продукты. Это единственный выход был. А еще там в этой дороге можно было погибнуть. Этот дружеский турнир организовал клуб «Ветеран». Его участники нашли судью. Школьники принесли шахматные доски. Молодежь даже подготовила концертную программу. Как говорит организатор турнира Эльвира Осипова, эти встречи намного полезнее уроков истории. Здесь школьникам рассказывают о настоящих человеческих судьбах. Вот это слово «блокада», это как у них прям вот на устах. Вот они спрашивают, а что это такое? А где? А вы, а сколько вам лет было? Понимаете, вот это общение, вот семейное такое общение, это же объединяет так. И детишки радуются тем, что они увидели такого человека. Борьба на турнире была упорная, но все же, как говорят сами ветераны, главное для них не победа, а общение в коллективе. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, 6 канал. Праздничные, спортивные и продолжительные. В эти выходные отдыхаем на один день дольше. Встречаем Масленицу и отмечаем День защитника Отечества. Куда отправиться и как провести время интересно, расскажем в нашей афише. Первый фестиваль мужского творчества. 22 и 23 февраля Центр культуры и искусства на Соборной превратится в необычное праздничное пространство. Там можно будет познакомиться с талантами владимирских мужчин. На разных площадках участники фестиваля представят фотоработы, дизайнерские ремесленные изделия, скульптуры. На выставке будут представлены работы особенных мастеров, членов регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Детей и взрослых ждут мастер-классы, экскурсии в музей боевой славы, интерактивное шоу с участием известных моделей автомобилей и выступление мультиинструменталиста Олега Переверзева. Площадки будут работать с 11 утра до 6 вечера. Вход платный. Возрастное ограничение 0+. 23 февраля вспоминаем героев нашей страны и поздравляем всех защитников Отечества. В этот день развлекательные мероприятия подготовили городские парки. В Добросельском в 11 утра спортивная программа «Меткий стрелок». В дружбе патриотическое «Отечество. Достойные сыны». Начало в 11:30. В Центральном парке в полдень праздник «Служу России», а в Загородном в это же время устроят «Снежный шторм». Возрастное ограничение 0+. Понедельник на этой неделе нерабочий и тоже праздничный. С 24 февраля начинается масленичная неделя. Время печь блины и вспоминать народные традиции. Напомним, каждый день масленицы с давних пор имеет свое название и предназначение. Понедельник – встреча, а значит, завершаются последние приготовления к народным гуляниям. Пекутся блины, и можно приходить в гости к родным и друзьям с угощениями. Возрастное ограничение 0+. Любителей спорта приглашает ледовый комплекс «Владимир». Там пройдет матч чемпионата области по хоккею с шайбой среди взрослых. Наш «Владимир» сразится с командой «Алмаз». Игра стартует в час дня. Поддержать смогут все желающие. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Вы стали свидетелем чего-то экстраординарного? Набирайте номер 36-66-66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, звоните по телефону 54-10-30. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте 6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Берегите себя и своих близких. Сегодня вечером во Владимире ясно, без осадков. Температура воздуха составит плюс 1 градус по Цельсию. Завтра днем во Владимирской области облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут 4 градуса тепла. Ветер южный со скоростью до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Видимость до 49 километров. Магнитное поле слабо возмущенное.